короче, на бирже, и у нас новая рубрика. Так как мы в Санкт-Петербурге, в столице блогеров, у нас новая рубрика «Д***ись до звезды». Да, надо срочно достать какую-нибудь звезду. За автограф. Можно расписаться, пожалуйста? Илюх, со мной сфоткайте хоть раз. Смотри, сейчас будет. Не важно, возьми наклеим на холодильник вечером. Небольшая реклама. А это не твой блог, что ты тут рекламируешь? Бля, ну скинь мне для инсты. Ладно. Бил прям нормально. Чувак, подожди. Я просто, знаешь, что я сделал? Да, что-то холодное, дайте пиво. Короче, ребята, я честно говоря, не нарочно. Он просто как бы не знает, что делать. Я не знал, что у вас так здоровый. Ну, он, короче, он мне дал под... Ну, понял? Он мне дал поджопник, я повернулся ему вот так, и просто, ну... Да, а он такой, да, ну, типа, живот, и он вперед. А я ему уже руку подставил, а он головой мне просто в руку. Ишхан, из синагоги с тобой уже выехали. Илю, мы придумали, поссать на рану надо. Короче, смотрите, была же тема, да? Угоняли мустанг зла. Вот результат. Нехуй трогать мустанг зла, ребята. Угнали мустанг. Не, я придумаю, как хайпануть на этом. Шок-контент, все упало. Что такое? Да, это коробка Ralph Lauren. А куда он делся? Едем налево, едем за стилочкой, короче. Серега Стил позвал нас посмотреть на стрит-дрифт. И вот мы пытаемся их теперь догнать. Давай, едем налево. Едем стрит-дрифтить, а вот тут едем вот обычно стрит-дрифтить. Только вот мы не местные, и мы не знаем, куда ехать. Колесо само, на самом деле, ничего не предвещало беды. Я захожу боком и слышу звук, как будто у меня или рычаги вылетели, или колесо. И мне показалось, что колесо, знаете, середина отвалилась, короче, от диска. Но нет, все нормально, просто распортировалось. Такое, в принципе, не бывает. Один раз было в прошлом году. Сейчас Руслан побежал за бензинчиком, сейчас попробуем его тут прям взорвать. Вот так. Бля, чуваки, надо окно тушить. Нет, что-то нет. Не-не, на полку нельзя. Прибаш. Топ-контент. Сожгли мне ворк. Достал, ешь. Сегодня мы с Илюхой едем поснимать «Жигули» известные. Вот, а потом мы поедем к ребятам из ЛКМ в офис посмотреть на новый синяк Баряна. About 4 ounces.
Charlie wraps it in the bottom of the cup with a bunch of ice. Put it in a styrofoam cup now, or it ain't gonna be no drink. Пошли, покажи свою тачку. Пойдем, я покажу вам свою тачку. Как там, я в свой гараж веду вас. Нормально, не покосился? Нет. Ты посмотри. Затянули, пошатали, повисели на ней, все нормально. Я беру к одной ноге, вот так прислоняюсь просто, и там все бау, блядь. Это, короче, лавка-педия. А вы-то здесь какие-то судьбы? Занесло. Видали, какое ведро заехало? Смотри, ужасно. Что это? Мы их в Москве еще не придумали, да? А это задумано-то. О-о-о! Главное угол атаки сделать. Нормальный. Вот так просто придет. Пойдет. Короче, пи***ец был полный, потому что мы ехали на... Сколько мы ехали? 700 километров ехали на машине, которая может пи***ть в любой момент. Здесь могла пи***нуть лавка. Степан, привет. Здесь могли пи***нуть колеса, могла пи***нуть подвеска, мотор мог рыгнуть. Ну и что, а что делать-то будет сейчас? Красим вот эту херню. Красим лапы. Делаем слив масла в турбе. Мы делаем датчик пуска?
«Разговоры на лавке». Новая рубрика. Как дела? Я у тебя спрашиваю, как дела? Ну чё, Илю? Пушка просто. Я такого еще не видел. Москвичи, что ли, делали? Все не так? Нет. Завершение цунами пикника. Мы не успели ничего дельного наснимать. Так вышло, что ребята попросили участвовать в жюри в топ-16. И вот, собственно, я несу тут подарок. Таймер сменился, ничего не слышно. Поменял что? Мне подсказывают наушники какой-то. Парень берется просто, я мама, поэтому у него может быть сингал. Насыпали норм. Тебе хоть не так сильно вручается. Дальше как бип-пинги. У нас будет два конца. Меня зовут Гришка. Гришка, ты тоже решил поголосовать? Короче, Цунами 2018 Battle пикапов. Бам. Вызов. Я в кузове. Thank you.